Всем доброе время суток. Вас приветствует проект «Киномания», и мы сегодня собираем, опять же, отзывы именно честных и самых простых зрителей. И сегодня мы услышим эти же отзывы о фильме «Риддик» и в главной роли Вин Дизель. Здравствуйте. Как ваши дела? Наши ничего, ваши как? Вообще, отлично. Вот я вот только недавно приехал в Витебск, он такой прекрасный город, честно. Вот. Риддик вот тут будет скоро. Пойдете на Риддика? Мы уже на полпути к нему, а вы? Мы уже почти пришли. 17:10 начало. 17:10, а сейчас сколько? Сейчас. Около 17. Опа-на. Ага, на пятом? Да. Ладно, сейчас. А кто такой Риддик? Ну, один из персонажей, главный герой. Не знаю, бегу заключенный. Это, как его? Вин Дизель, это я знаю. Забыл, как его. Саша, с какой расы Риддик? Да, вот. Это кто? Это Риддик. Главный герой фильма. Нормально, он видит. В темноте, да, видит. Этот человек видит в темноте. Продолжение истории первых двух частей. Как по трейлеру смотрел, бот похож на первую часть «Черная дыра». Персонаж с планеты Фурия, то есть, который остался практически последним. И вот он попадает в разные ситуации. И в этой части он, походу, должен будет спасти свою родную планету. Перед тем, как мы пойдем в этот зал, меня немножко просветили. Риддик – это главный герой. У него какая-то проблема с глазами, ему сделали операцию, теперь он видит в темноте. Он супергерой, он кого-то там где-то победил, что-то сделал. И сегодня мы увидим продолжение. Очень интересные, как и все предыдущие Риддики. Ну, мне не очень понравилось. Я такой жанр не люблю совершенно. Ну, не для девочек. Фильм очень понравился. Такое сейчас невыразимое, вот, знаете, чувство, вот, что даже все мысли переплетаются, все сбивается, короче. А если была возможность, вы бы еще раз посмотрели? Конечно. Мне самое понравилось, как он подкинул этот тесак. Это очень красиво было. Руки, вот эти головы, зубы, языки, да? Да. Мозг. Все нормально. Смотрите хорошие фильмы, которые будут учить вас доброму и светлому. Да. Здесь все-таки, надеемся, добро победит. И обязательно ходить в кинотеатр. Это очень интересно и модно. Вот и состоялась эта долгожданная премьера Риддика. Эти чудища, отрезанные головы, руки. Ужастики, просто ужастики. Это фильм для мальчиков, но это мое мнение. А вы приходите, смотрите фильмы и оставляйте свои отзывы. Ваше мнение очень важно для нас.